До календарной зимы еще 2 месяца, а в дирекции благоустройства уже кипит работа. Идет расконсервация спецтехники, которую используют зимой для уборки городских улиц. Также переоборудуют комбинированные дорожные машины. Например, этот самосвал на базе КАМАЗа будет обрабатывать городские улицы. Мы сейчас вот наблюдали тот момент, когда в кузов заводится специальное устройство для того, чтобы разбрасывать песко-соляную смесь. Вот, соответственно, она идет уже подготовлена, смочена определенным раствором. Для того, чтобы этот раствор потом ложился на поверхность наледи, снега, вот, какое-то время идет реакция, после этого идут уже машины другого вида с щетками, делают подмет, соответственно, дорога становится после этого уже чистой. Для обработки проезжей части, посыпки тротуаров и остановок общественного транспорта используют песко-соляную смесь. Ее дирекция благоустройства закупает заранее, и стратегический запас уже создан. Есть в этом сезоне новшество. Рассматривается вопрос закупки техники для уборки пешеходных зон. В этом году мы планируем и именно новые технологии, это именно применение реагентов. Для этого нужно специальное оборудование, вот, соответствующие другие машины, которые могут это производить. И мы сейчас именно изучаем эту технологию, этот процесс. Глава города поручила дирекции благоустройства подготовить зимнюю технику в срок до 15 октября. Возможно, снег выпадет позже, но коммунальщики должны быть готовы к любым капризам погоды. Машины не только переоборудуют, также проверят работоспособность, покрасят, чтобы в любой момент они были готовы выйти на уборку городских улиц. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».